Джастин Бибер и Селена Гомес празднуют сотое по счету воссоединение. Вместе прибыли на брачную церемонию отца Джастина. Теперь Бибер подумывает и о собственной свадьбе. Готовится к роли женатого мужчины. Уже поссорился с будущей тещей. Мама Селены считает, что этот роман плохо сказывается и на карьере, и на здоровье дочери. После болезненного расставания с Джастином Селена несколько лет лечилась от депрессии в реабилитационной клинике. На чью сторону в конфликте встала сама Селена? Она просто перестала общаться с мамой. Тут в борьбу вступила мама Джастина. «Если мой сын любит Селену, я тоже приму ее». Накануне дня рождения мама подписала снимок Бибера в социальной сети. «Ты красиво взрослеешь». Джастин и сам это знает. Его все реже видят в одежде. Это вызывает эйфорию у поклонниц и ревность Селены. Приступы ревности Селены и Джастина обсуждает на приемах у психолога. Селена заставила Джастина оплатить визиты. Вот, наконец, и сама Селена дала повод. Джастин Теру, бывший муж Дженнифер Энистон, опубликовал в сети фото с милыми собачками и написал Селене: «Я знаю, ты такая же классная». Что, теперь вы все будете обвинять меня? Но самоуверенность именинника не пошатнуть. К 24-му дню рождения в родной Канаде открывают музей Джастина Бибера.